отвечай не просто вот, вот ты любишь лошадей, значит, я лошадь. Ну, еще чтобы более-менее ко мне, ну, вот, относилась, ага. Понимаешь? Ну, ладно. Ну, а почему ты решил тогда, что лошадь не подходит? Слышь, ты кобель. Ладно. В общем, смотри, ты меня любишь, да? Да. Если бы я была цветами, то какими? А какой цветы я люблю? Какой цвет? Какой цвет? Вот этот вопрос, этот ответ уже дает понять, что я в цветах не разбираюсь. Ты была бы цветик, семицветик. И я бы тебя оторвал по кускам, лети-лети лепесток. Через северо-восток. Если бы я была стихией. О, я люблю торнадо. Ну ты такая есть. По квартире носишься, ветер гоняешь. Меня припахивает, подхватила что ли? Если бы я была животным. То есть лошадь нельзя сказать? Нет. Ладно. Кошка. Кошка, хорошо. Кошка. Если бы я была временем года? Временем года? Ну, я люблю весну. Ты была бы такой. Иногда холодно, иногда горячий. И весна. Если бы я была фильмом? О, была бы комедия. Комедия. С Джимом Керри. Да. Если бы я была машиной. Машиной? Блин, ну я люблю большие машины. Ты нет, ты знаешь, ты этот маленький такой что-нибудь там. Даже не Матисс. Велосипед. Самокат. Если бы я была едой. Хинкали. Хинкали? Да, такая, внутри такая сочная, сочная, так охота, так. И головку оторвать вот так. Вот. Если бы я была персонажем фильма? Персонажем фильма? Джек Воробей только в голову приходит. Серьезно? А кто ты была бы, блин, персонажем фильма? Чудо-женщина. Принимается. На чудо-кухне. Да. Если бы я была местом на земле. Блин. Какой-нибудь островок. В Гоа. Да. Если бы я была фруктом. Фруктом? Апельсином. Сочно-сочно. Апельсином. Если бы я была овощем. Луком? Иногда да. Я не люблю овощи. Ну, я не знаю. Картошка. Я картошка. Картошка. Как твой нос? Шучу. Я не знаю, кем бы ты была. Кабачок. Что за... Я могла быть морковкой. Ты кабачок. А чего нежного в морковке? Господи. Я кабачок, картошка. А ну, ладно, ты была бы... Да я не люблю овощи, потому что я поэтому не знаю, что, кто ты, что ты. Картошку я люблю. Самая красивая картошка, самая молодая. Прям зеленая, аж.